Одинцовском кампусе МГИМО стартовал очередной этап совместной образовательной программы МГИМО и правительства Московской области. Этот блок посвящен вопросам переработки отходов. Главная цель этих курсов – дать понимание тех ключевых моментов, тех ключевых задач, которые стоят перед нами в организации раздельного сбора мусора, в организации переработки. Те цели, которые в перспективе стоят перед нами, чтобы этот важный блок начал работать на полную мощность. Помимо профильных заместителей глав муниципалитетов, представителей МБУ и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, на мероприятие были приглашены и молодые специалисты. К примеру, 16-летний Михаил Гусынин из Королева приехал за заслуженной наградой – благодарственным письмом Министерства ЖКХ региона. Относительно недавно молодой человек вернулся с 45-х мировых соревнований World Skills, проходивших в Казани. В компетенции сантехника и отопления он занял второе место. Я делал там ГВС, ХВС, это горячее водоснабжение, не холодное водоснабжение. И делал систему отопления из меди. И провел теплый пол. Программа повышения квалификации «Теория и практика. Современная реформа обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Московской области» проводится на базе корпоративной кафедры Министерства ЖКХ Подмосковья. Она включает в себя лекции, образовательные сессии, общение с представителями регионального оператора Министерства ЖКХ. По словам заместителя министра ЖКХ региона Антона Велиховского, новые знания обязательно помогут слушателям определить первостепенные проблемы и задачи, которые стоят перед ними. Мила Тарасевича, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».